2013 год для организации Брещины был довольно плодотворным. Это подтверждает немалое количество участников торжественного награждения, которое состоялось накануне в Брестском городском исполнительном комитете. Руководители лучших предприятий и организаций получили свои заслуженные грамоты, дипломы и денежные премии. 2013 год, если в целом он был достаточно сложным, но благодаря работе тех предприятий, которые мы сегодня будем чествовать, нам удалось, право, не все показатели выполнить, но динамика их есть. И была заложена хорошая база для того, чтобы в этом году, вот по итогам первого квартала, город и его промышленный комплекс работали достаточно успешно. Одним из лауреатов премии в области социально-экономического развития стало совместное общество с ограниченной ответственностью «Брест-Внештранс». Секретом успеха этого предприятия был и остается большой опыт в области организации доставки грузов и многолетние партнерские отношения с постоянными клиентами. Благодаря современным технологиям сотрудники организации добиваются высокого качества и надежности в предоставлении полного комплекса транспортно-логистических услуг, а также держат высокий уровень логистического обеспечения. Транспортно-логистический центр, он представляет из себя комплекс, который позволяет принимать, выгружать, пакетировать любые комбинации с грузами и отправлять их к конечному потребителю. На предприятии работает более 300 человек, оно имеет давнюю хорошую историю. Кроме высоких достижений в области социально-экономического развития, на торжественном мероприятии были отмечены особыми грамотами победители смотра конкурса на лучшую организацию по охране труда. Одним из лидеров в этой сфере стала Брестская центральная поликлиника. Сотрудники этого учреждения здравоохранения всегда следуют своему девизу – профессионализм, гуманизм, качество и доступность. В поликлинике созданы все условия для того, чтобы каждый работник чувствовал себя на рабочем месте уверенно, а каждый пациент – комфортно. В работе руководителя, современного руководителя, охрана труда занимает одно из ведущих мест. И это не просто пустые слова, а в принципе это ежедневное внимание этому уделяется. Ну, начиная от тех мероприятий, которые предусмотрены, ну, заканчивая реальной работой о тех людях, которые у нас работают на предприятии. Ну, немножко где-то вообще такие слова, но за этими поистине, в принципе, кроется большая работа. Торжественное награждение показало, что со своей главной задачей работать на благо родного города предприятия Бреста справляются на отлично. А значит, будут у города над Бугом новые победы и новые вершины.